Перед вами здание школы. Здание школы четырехэтажное у нас состоит из четырех блоков. Площадь здания 21 тысяча квадратных метров. Проектная мощность здания 1135 учеников. Школа наша оборудована уже. Мы, собственно, уже готовы принять наших учеников. У нас есть в каждом классе интерактивная доска. У нас есть в каждом классе видеопроектор, рабочее место учителя, документ камеры. Также очень много у нас в холле расположено интерактивных панелей для информирования наших родителей, учителей, наших посетителей. Есть у нас современная часификация в школе, которая синхронизирована с точным временем с помощью спутниковой системы GLONASS-GPS. Также у нас имеется в школе современная система безопасности обучающихся. Это современная система видеонаблюдения, также современная система пожарной безопасности. Вообще на сегодняшний день школа уже набрала 1080 учащихся. И педагогический штат у нас уже практически сформирован. 52 педагога у нас уже есть в штате. Программа у нас, конечно же, будет сформирована. Есть у нас отдельный блок для группы продленного дня. Там имеются игровые комнаты и спальные комнаты. Эта школа построена и выкуплена за счет средств федерального, областного и муниципального бюджета в соответствии с программой создания дополнительных мест в общеобразовательных организациях с целью создания комфортной среды. Чем она отличается от многих школ города Оренбурга и Оренбургской области, что вот именно эта программа, она подразумевает постройку не только стен, но и оснащение этой школы современными инструментариями и оборудованиями, которые сегодня регламентированы приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, который был издан именно для реализации этой программы. Город Оренбург сегодня имеет хорошую традицию. По сути дела, третий год в городе Оренбурге вводятся большие объекты на 1135 ученических мест, которые позволяют снять остроту дефицита тех образовательных мест, которые были в этом части города Оренбурга, но даже до определенной степени социальной напряженности. Сегодня этот вопрос, слава богу, снимается. И условия, те, которые создаются в таких современных образовательных организациях, можно говорить о том, что это комфортные условия для детей и родителей.